Закончился день полуфиналов на чемпионате Европы по мотоболу. О ходе игры нашей сборной спросим по телефону у корреспондента «Видное ТВ» Елены Бабиной. Лена, здравствуй. Ты была свидетелем матча со сборной Германии. Поделись с нами подробностями игры. Да, уже известны результаты России и Германии. Немцы открыли счет со штрафного удара прямым попаданием в ворота Алексея Семенова. Но капитан команды Владимир Сосницкий спас Ивана Криштопа и сумел сравнять счет. А Сергей Крошко во втором периоде вывел сборную в лидеры. В третьем периоде Владимир Сосницкий реализовал пенальти, но при игре в большинстве немецкие спортсмены сократили разрыв. Четвертый период стал более плодотворным для нашей команды. Еще раз забил гол Владимир Сосницкий. Также отметились в воротах соперника Роман Дицина и Иван Криштопа. Немцы забили в заключительном периоде лишь один мяч. Этого было недостаточно для победы. Счет встречи 6-3. Как закончился второй полуфинал и кто станет соперниками россиян в финальной игре? Во втором полуфинале встречались команды Франции и Беларуси. Матч завершился со счетом 8-3. И буквально через несколько минут нам предстоит сыграть с хозяевами чемпионата. Мы будем следить за игрой сборной России в прямом эфире. Спасибо, это отличная идея поддержать выступление российской команды.